вами являемся свидетелями одного из не самых крупных разливов нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. На этой земле столетиями жили ненцы. Они разводили здесь оленей, рыбачили и охотились. После прихода сюда нефтяных компаний тундра залита нефтью, изрезана дорогами и застроена нефтяными вышками. Площади пастбищ сокращаются, реки становятся отравленными, рыба уходит из них. Нефтяные компании не учитывают интересы коренного населения, точно так же, как они не учитывают наши с вами интересы. Ради кратковременной наживы на нефти мы теряем уникальные природные территории, теряем уникальные культуры северных малочисленных народов. Там, где я родилась, сейчас стоит нефтяная вышка. Я там родилась и постоянно проезжаю, мне щемит сердце. Нет моей родины. Там стоит вышка нефтяная. Не надо людей обманывать, в первую очередь сами себя обманывать. Мы все живем, планета Земля. А Земля маленькая, но все, это наш общий дом. Вот кто-то думает, может, на этом деньги большие заработал. Ведь деньги же потом никому не понадобятся, если ты там все у нас нарушится, и нашим поколениям ничего не останется. У нас лет 5 назад было голов 800 оленей. Сейчас осталось где-то голов, может быть, 80-100. Их нефтяники стреляют в основном, а с ними бороться никак. Если их стрелять, этих охотников, браконьеров, то это получается, что меня посадят за них. А то, что моего оленя, оленей моих расстреляли, это им можно. Я думаю, что будущего нет. Если нефтяники уйдут, может появится что-то, какая-то альтернатива, может быть, восстановится все это. А пока сейчас здесь нефтяники, будущего нету. Народ умирает. Если бы правильно поступали, то они бы спрашивали, где можно пробуривать, где нельзя пробуривать, где нерестовые реки, где зимой рыба заходит на зимовье. Они бы спрашивали. А сейчас вот это болото, как раз зимой заходит сюда рыба осенью. А тут сейчас в данный момент все речки перекрыты, отсыпка. И рыбы некуда идти. Я думаю, что нельзя разрешать им работать на море. Если на земле они в некоторых местах, на каких-то участках, оно дальше ж не идет. Где-то определенный участок они загубили и все. А в море они могут все загубить. Оно же все взаимосвязано. Что здесь катастрофа произойдет, она вылезет где-нибудь там в Америке или в Африке. Место, где я постановкой девочка бегала, не Нефьеха называется, вот эта рыбная речушка, она такая не широкая, вот наверное шириной, вот как мой класс. Но она такая, это рыболовная была, что там вот забор поставили, вот у нее прям вода как кипяток от того, что там рыба. А вот только на 2005 году, когда нефтепровод вот провели, вот не могу спокойно говорить, потому что в 2006 году, когда на лето приехала туда, мертвая река. Я лично буду бороться до конца. Я не пожалею своей жизни. Я даже с оружием в руках могу пойти на защиту своей земли, если понадобится. Когда мы продолжаем делать ставку на все новые и новые месторождения, добычу нефти, мы не даем себе шанса слезть с нефтяной иглы и начать развивать альтернативные источники энергии. Мы идем в тупик. Мы должны отказаться от нефтяной экономики, мы должны отказаться от новых месторождений в арктическом регионе и пойти новым путем, путем альтернативной энергетики и альтернативных возобновимых источников энергии. Это даст нам с вами будущее, это даст будущее коренному населению и будущее нашей планеты.